Новый год – любимый праздник для миллионов людей. Ежегодно в России перед Новым годом вырубается огромное количество ни в чем не повинных елок. Мы запустили уникальную социальную акцию «Елка тоже хочет жить», которая с помощью социальных сетей помогла решить проблему уничтожения елок под Новый год, создав уникальную диджитал-стратегию из промо-видео, пиар-активности, групп в социальных сетях и сайта вырубки.нет. Компания стартовала с промо-видео. Только за первые две недели оно набрало более 500 тысяч просмотров. Суть происходящего крайне проста. Человек делает фото с постером «Елка тоже хочет жить» и выкладывает его в наших группах в соцсетях. Или пишет на сайте вырубки.нет, почему он против вырубки. За любое из этих действий мы сажаем живую елку. Проект моментально привлек к себе всеобщее внимание. Более 10 тысяч человек поддержали нас на сайте вырубки.нет. В группы вступило более 3000 человек. Затем последовали сотни шеров и одобрительных комментариев. В акции приняли участие более 50 российских знаменитостей. Самые известные российские издания поддержали проект, а на федеральном телевидении вышел репортаж о компании. В итоге мы подарили жизнь 14 тысячам елок. А главное, компания «Елка тоже хочет жить» доказала, что порой достаточно одного клика, чтобы спасти чью-то жизнь. Спасибо за внимание.